Фестиваль итальянского кино стартовал в Новосибирске в программе «Лучшие фильмы, снятые за 2 года». 7 лент разных жанров представляют взгляд современных режиссеров на мир и общество. Что могут найти для себя на фестивале зрители, узнала Екатерина Макаркина. Открывает фестиваль остросоциальная трагикомедия о дружбе и непростой судьбе девушек из санатория для душевнобольных. Их главная цель – найти хотя бы немного счастья во враждебном мире. Фильм отмечен 5 самыми престижными кинопремиями Италии и повествует лента не столько о безумстве конкретных девушек, сколько о безумстве человеческого общества. Сумасшествие, которое демонстрируют главные героини, идет из их семей, из тех отношений, которые складываются в их семьях. Поэтому нельзя провести четкую линию, что здесь живут нормальные, а здесь ненормальные. В любом обществе есть сумасшествие. Тема семьи и семейных проблем – одна из доминирующих в итальянском кино сегодня. Исследование психологии чувств людей и отношений между ними – это то, что объединяет все фильмы фестиваля. Есть стереотипы зрительские, которые связывают итальянское кино прежде всего с чем-то таким непременно солнечным, ясным, безоблачным. Безусловно, это важная часть культурного мифа об Италии, но Италия, она очень разная. В программе фестиваля нашлось место современному документальному кино, экспериментам и даже европейскому взгляду на фильм о супергероях. А завтра исполнительный директор фестиваля и по совместительству известный итальянский фотограф проведет для всех желающих мастер-класс. Посетить показы фестивальных лент можно до 23 апреля. Екатерина Макаркина, Олег Кролевец, Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!